Магнитка и Соединенные Штаты Америки неразделимы. Почему я так смело утверждаю? А вспомним историю. Именно американские специалисты начали строить Магнитогорский металлургический комбинат в 1931-1935 году. Именно в этот момент вырос тот самый ДИС, дом иностранного специалиста на поселке Березки. Давайте дальше пройдемся по времени. 88 год. Только началась перестройка. И Магнитогорск был, пожалуй, первым городом, который принял делегацию иностранную, американскую. Помните, выставка «Информатика в жизни Соединенных Штатов Америки». Почему я притягиваю Америку за уши к автостопу? А помните, стоял там Plymouth Voyager. И сколько слюней и слез было пролито рядом с этим автомобилем. Дальше идем. 89 год. Первые школьники поехали в Соединенные Штаты именно из Магнитогорска. И сколько они привезли впечатлений, не пересказать словами. Ну и наши собственные воспоминания. 97 год. Мы приехали в Соединенные Штаты Америки. Вместе с Максом, кстати. И там в первый раз мы познакомились с интересной музыкальной группой по просьбе Макса, которая исполняла свою музыку на аппаратуре Eminems. И теперь Eminems есть и в Магнитогорске. И не надо обвинять автостоп в том, что он за уши притягивает всякие различные темы в своей передаче. Ничего подобного. Везде где-нибудь существует небольшая автомобильная составляющая. Небольшая автомобильная составляющая у деятельности фирмы ProSound. Это наши очень большие друзья. Они привезли вот эту уникальную аппаратуру. Уникальную, во-первых, по цене. Ну, вы сами зайдете, посмотрите, что этот, в конце концов, звук стал очень доступен. А еще мы с клубом Магрейс решили устроить такие своеобразные состязания по гонкам. Найдем мы местечко, и, соответственно, ProSound даст нам аппаратурку. То есть это будет небольшой такой автомобильный Open Air. Да, мы выросли и хотели бы стать серьезными. Автомобильная тема в Магнитогорске, городе, где никто ни с кем делиться не хочет, может и заглохнуть. Ну а мы в силах помогать людям зарабатывать деньги. Каким образом? Вот простой пример. Если есть хоть какой-то слух, и вы можете отличить деревянную бубнёжку 99% магнитогорских кафе и дискотек, устраивайте свою в стиле Eminems. Любые комплекты для школы, кафе, да хоть стадиона. Опасаетесь спалить? Еще проще. Мощность усилителя процентов на 15 ниже выдаваемой акустикой и долгая, счастливая работа обеспечена. А в преддверии сезона летников, если вам надоел непонятный саунд, непонятно чего, здесь, на Ленина 47, вам вполне понятно разъяснят, сколько и какое количество музыкальной мощности и света вам необходимо для того, чтобы у вас не было конкурентов. Ну почему мы так неровно дышим? По всему, что сделано в Америке, и к звуковой акустике в частности. А потому что были мы в этой Америке, видели, какой там народ и как он там живет. Народ, кстати, абсолютно такой же, как и мы. Также они свое правительство не очень любят и задают некоторые вопросы. Но почему у них стиль жизни такой, умиротворенно достаточный? Объясню. Вспомните 50-е годы прошлого века. Что делала Европа, Россия и Япония? Что делала? Зализывала рано после войны. Америка, к счастью, от этого открестилась. Не получилось у них. И тогда, 50 лет назад, а именно в 56-м году, было решено развлечь американскую молодежь фирмой Eminems. Тогда они образовались и решили делать технику для дома, офиса, дачи и всего остального. Для нормального отдыха. Помните, рок-н-ролл? Так вот, рок-н-ролл начинался именно с Eminems. И, соответственно, Америка лет так на 40 опередила в качественной акустике всю остальную Европу. И накормила, помните, и Marshall был, и Pivay. Ну и кто-то может возразить. Это, наверное, дорогое удовольствие таскать воздух. Потому что 90% вот этого объема – это есть воздух. Все остальное – это высококачественная фанера, обитая материалом. Но внутри здесь именно оригинальная Eminems-овская акустика. Кто-то может сказать, что все это дорого. Да нет, не дорого. Главное наладить производство и все. И еще очень интересная особенность уже конкретно этого салона. Это недорогие микшерные пульты. Behringer. Я сейчас могу провести эксперимент. Обратите внимание. Но не падайте со стула. Я ввожу фейдера в номинальный режим.
подношу микрофон к сабвуферу. Обычная акустика создает небольшой шумок. А теперь снимаю с паузы компакт-диск проигрыватель. Так, ну в таком звуковом сопровождении говорить невозможно. Но даже не специалист поймет, насколько все здесь качественное. Можно ли эту профессиональную технику использовать дома? Можно. Кто это будет делать? Ну, тот, кто помнит молодость, тот, кто любит играть на синтезаторе или на гитарке, ну, или попеть там в компании своей. Или в караоке, допустим, показать соседям, что они не правы. Ну а серьезно, серьезно, это аппаратура предназначена для зарабатывания денег. Для получения удовольствия в большой компании. Ну, допустим, школьная дискотека. Срок окупаемости. Ну, допустим, мы берем вот небольшой комплектик с активным акустическим усилителем, который обойдется вам примерно в 30 тысяч рублей. Через сколько он окупится? Ну, давайте посчитаем. Пятница, развратница, суббота выпить охота, ну и воскресенье второй день свадьбы. Каждый денечек обычный шабашник зарабатывает 1500 рублей. Итак, считайте.